100-долларовая купюра. Именно этот вид денежных средств подделывается чаще всего, подтверждают цифры статистики. На первый взгляд сложно отличить, подлинная ли купюра или все же это обман. Хорошая печать и правильно подобранная бумага смогли ввести в заблуждение жителей Брещины, которые попытались сдать эти деньги в банк. Как оказалось, люди просто привезли их из-за границы и даже не подозревали, что в руках обычная бумага. С начала текущего года на территории Брестской области выявлено 45 фактов фальшивомонетчества. Как правило, деньги сдавали законопослушными гражданами, которые приобрели денежные средства за границей. То есть, если мы с вами будем говорить, больше всего в качестве фальшивок выявляется 100-долларовая купюра. Среди выявленных лжеобразцов белорусских денег не было. Однако, чтобы предупредить факты передачи таких денежных средств, сегодня разработана специальная таблица, на которой отражены основные отличительные особенности настоящих купюр. На исследование подозрительные деньги попадают в комитет судебных экспертиз. Здесь же своя градация качественности подделок. Однако профессионала, работающего с таким материалом не один год, провести достаточно сложно. На какие признаки обращать внимание простому человеку для того, чтобы не оказаться, опять же, в неприятной ситуации? Ну, что можно сказать? Конечно, большая часть, вот если брать конкретно доллары США, то большая часть, это больше как минимум 60-70%, она проводит именно, изготавливает подделки с использованием полиграфического оборудования. То есть неподготовленный человеку все равно будет сложно определить. Понятно, что нужно обращать на такие простые детали, как соответствие, например, изображение и номинала тому, что написано, смотреть, чтобы не было, ну, самое качество полиграфическое, потому что настоящие деньги, они даже если были постираны, даже если они были мокрые или чем-то вымазаны, они все равно сохраняют качественно четкое изображение своих мелких каких-то деталей. Каждая цифра, каждый штрих на букве – это все скажет, настоящая купюра перед вами или нет. В первую очередь эксперты советуют обращать внимание на водяные знаки, надписи, качество бумаги купюр, соответствие представленных рисунков и портретов. Но все же главный совет – менять или расплачиваться денежными средствами лучше в официальных учреждениях или еще лучше посредством банковской карты, отследить платежи по которой проще и быстрее.